сколько надо. Вот. И, короче, еще вот есть вот такие два сета. Ты чавкаешь, нахуй. А это нет? Вот. Ну да. Ну то есть на спок взять можно, да? Дико извентиляюсь, нахуй. Ну что ты там жрал, нахуй, сникерс какой-нибудь? То есть получается... Выкройки вот эти две. А, ну понятно, короче, это ЛКшный этот... Это вообще классические подземелья. Удаляй нахуй эти выкройки. А ты про сникерс сказал, я захотел его. Ну да, согласен. Падает существ в сникерс любишь, Сэдж? Да, с отходом микроситет. Да я вот недавно просто сделал эту... Ключ от микроситета сидел, думал, там что-то есть полезное. С ума нити, бля, я заебался в седых холмах тут стоять, нахуй. Хули, ты же старый там и стой. Ну вот, работаем, нахуй. Че делать? Знаешь, сирене нужна, чтобы... Мы в кару 10 опыта. У чела гильдам... Бля, к вам можно? Чатится на плюс 6. Все анрол, все анрол, нахуй, заходи. А ник? Ник, ясь под пивас. Гильдия пива. Бля, мне кисти нужны на ДК. А, ну тогда... Ну я не знаю, спроси у этого. А, кисти, кстати, есть. Кисти свободные, вроде. На ДК. Но там еще есть кант. Ну, там, с контом, короче, узнаете. Ну, паролите с ним, короче. Ну. Чё ты сейчас скажешь? Кисти мне освободи, блядь. Там 237-й. Быстро, блядь. Чё, вам показать, как на ДК-ску стену проходить? Нет. Давай, удиви. А толку лока нету, куда ты побежал, блядь? Ёбаный бастон. А куда ты бежишь-то? Ёбаный пакет, блядь. Чё, ебать, сейчас с первого этажа будем. 8, да? О, сейчас интек-то на Мурлока всё зайдёт. Да, а? Точно. Чего? Так я на приста зашел, чтобы токены... Нет, ты зайди, так, шкаф, так ты поставь и все. Где там еще тела, нахуй? Кто там, блядь? Отлично, я здесь, я. Ой, аккумулицы ломают. Так у вас там токены свободные есть? Кому? Я звук не слышу, как лиц ломают. Ебальник на декан ролл. Че? Это? Перчатки, может, этому шаману лицо сломать? Приста там... Напало, анрол все нахуй, все два, бля, ебать. Все же как. Ну вот, получается, да, реально. Все анролом просто. Ну это все токены, получается. Ну как нахуй, ну это... Пал и ДК. Ну как нахуй, ну в принципе нахуй. Гильдия шизы нахуй, рейд шизы. Да я сейчас это демона, короче... Да заебали, где хант нахуй, сука? Хант! Это Орда? А, ёбаный. Орда? Я вот кто? Вот это вот. Шаманы. Это кто, Орда? Шаманы, да, вся Орда. Тут нету никаких этих красных. Ебать, где хан? Напишите им красных. Типа красных. Это, Синтек, нахуй, напиши, чтобы он принимал, нахуй, 8 там или 8. Во сколько мы идем? Ой, я лужу разлил под ним случайно. Подожди, это Светик? Ой, он имеет в виду восьмером, а не во сколько. Не бейте, челик. Это, Геннадий, это кто? Случайно. Чернонис, вот это кто, нахуй? Это кто? Чернокнижник, блядь, по-английски читай. Это мой третий лок, ебать. Я понял, нахуй. Геннадий, ты захилишь соло это все дело? Че, опять через ваши ебаны, блядь, второй этаж идем, нахуй? Получается. Дайте ассиста Светику, дайте ассиста. А, все. Пиздец, нахуй. Поединок, блядь. Опять, нахуй. Смотреть в стену, нахуй. Смотри, просто можно было взять шаман. Я мог взять шамана бы спокойненько, и мы бы герой посоебались. На рогу зайду, нахуй. Ой, на рогу зайдешь, я тебя за 5 секунд. Да я там, блядь, про товары создам, я там всех за 5 секунд. В прошлый раз она так и не была. Ага. Ну только в общем-то, ну по количеству дуэлей, там, наверное, больше я выиграл, чем ты. Хотя хуй знает. Держи в курсе, блядь. Ваших ДКшников там нахуй расфасую, блядь, нахуй, по пакетам, блядь. Че, у тебя новая работа какая-то? Да, нахуй. Фасовщик, блядь. ДКшников. Ебывается, сидит, нахуй. Я вот фасовать умею, нахуй. О, нихуя, день рождения у этого аккаунта, оказывается. Нихуя, ебать. Кстати, у меня баф дня рождения забагался, нахуй, это пиздец. Да, ну, у меня он был 1 числа. Надо кого-то баф Данюха. 6 дней, нахуй, еще. Да, на роге 4 дня, блядь. Открой сайт Сируса и посмотри дату регистрации. Просто, число, регистрации. Я же понял. Просто на засыпку вопрос, а как открыть эту дверь? Хули заперто, блядь. Дайте отмычку, нахуй. Мороз надо трахнуть. Надо мороз убить. А, и все? И там тебе дается ключ или каждому? Нет, дверь здесь нет, открывается. Просто открывается. Кстати, есть идея небольшая. Пойдемте по гибели бабочки убьем еще. И что, ебануть? Зачем? У меня урна есть. Ну там... Кика ему. Нахер надо.
Ну там хорошие вещи падают. Да какие там... Какие нахер хорошие вещи? Ну типа там кроссовки, блядь, майки. Кроссовки. Давайте зайду на шамана и... Бежим нахуй. Лучше уже в эту, бля, в ГМ-ку сходить. Прыгай, надо как подарок я, забрать на антику, наверное. Будет шкаф там? Нет? Алло. А что, там уже есть кто-то? Да. Там, блядь, ладно, уже пиздец. О, я щель нашел. Я понял. Я, блин, проебал. Щель — это хорошо, блядь. Уже лучше бы я этого не видел. Вот, блядь. Щель — это хорошо. Пиздец. Как же стыдно, нахуй. Это пиздец. Дурак, блядь, одиночка сидит на ютуба. Такая щель — это заебись. Ой, блядь. Понятно. Охуенный скрин. Быстрее. Сейчас я скину, там получше будет. Блядь. Там по-другому будет. Цумоньте, ебать. Не могу я нажать, блядь. Там сейчас просто скрин просто гляньте, там вообще ужас. Что там? Не видел. Какой скрин, где? Нажимайте, блядь. Что это, блядь? Я не вижу, что это такое. Ну, вот это... Не буду говорить, что это, просто скину. Кто догадается, тот догадается. Голова чья-то. О, а я что, могу блинкануться? О, я блинканулся. Я, блядь, научился. Жопа и лаши, блядь. Нихуя гений, блядь. Жопа и лаши. Ну, я наконец-таки нашел ту самую щель, типа, в которую надо блинк сделать. Кого сумонить плюс в рейд? Та самая щель. Чернокнижника Ирим Ворлд. Просто ГЦ. Та самая щель. Пиздец. Нахуй вы так шутите? Ты серьезно сказал? Я не шутил, да? Кто? Вот она просто. Видишь, я сижу? Тиммейт даун. А, ну хотя у тебя-то нет этого, блядь, Иридар. Так, кого еще смотрим? А что у нас? Что, с ДЦ ПВПшный какой-то? О, тихо, нахуй, я сейчас тоже поцелуйчик пошлю. Все, все тут, да? Не отвечаем взаимности. Сейчас просто, знаешь, что-то будет, просто заплюет тебя сейчас. В ответ. Да не. Так. Чё, все суманулись? Да, с вами. Всё, похуй, ну, короче, просто, блядь. А как этот подарок выбрать персонажа? Слышите, кто шарит? Никак, блядь, он один там. Я понял, а там... Тебе присылают подарок, а там внутри вся эта хуйня. Я понял, а как это сделать, чтобы на персонажа скинули конкретно? Там на сайте такая хуйня всплывает у тебя, ты выбираешь персонажа. Кто там бьет этого духа? Я открыл духа? Сайт. Ну, ещё, ёпта. Ёпта, блядь. Ох, как весело будет. Ну хули, надо же видос, блядь, как-то раскручивать, нахуй. Это сильно. Надо канал просмотры делать. Да. Нарезку надо просто сделать, это все. Просто не всем нравится 4 часа видос глядеть, надо нарезку бахать. Нарезку будет уже в ресторане работать. Ну, бля, нарезку, это надо еще время тратить. То есть, чтобы резать этот, типа, видос. Будет уже в ресторане. Да, просто таймлайну поставил, взял ржачный момент и все его. Да. Ага. Да, да, блядь. Ну где для одного другого просто нахуй. Че за долбоёбы. Сейчас сидишь, блядь, тупо режешь, блядь, видео. А мог я делать нехуй. Делать нечего. Ну вот и я про это. Будет, кстати, реально делать нечего. Под видосом таймлайна можно поставить. Объебосом? Да, это тоже. Ну, таймлайны понятны, типа, ну, его в идеале резать, но нахер его резать? Когда если можно резать людей? Ну, нихуя. Я понял, Мардаун, это уже осуждаю, нахуй. Осуждаю. А вы что думали, я такой добренький и хорошенький? Не-не-не, я как... Ну, голос у тебя такой именно. Кровавые наклонности. Да. Он убийца. Если увидишь парня, который это, прячет голову под капюшоном, лучше беги. Кровавый я Джон. Я не понимаю просто. Ты кровавый Джон. Блять, надеюсь, я добегу. Кровавый Джон. Кровавый Джон. Тигр, жгучий страх. Горишь в ночных лесах. Чей бессмертный взор любя. Создал страшного тебя. Откуда он тут появился? О, дед тебя. Рисовался. О, кто нарисовал, признавайся. О! Ну я.
Ну, я понял, я так и думал. Две, и фига он там долбит. И думал, блядь. О. Будто я все постоянно делаю. Что-то я не понимаю, где выбрать подарок, я нахуй зашел. Ну, блять, в личный кабинет заходишь на сайт, чё? Ага, и чё дальше? Ага, там такой, у тебя вверху слева всплывает, блять, плашка, нахуй. Ага, такая подарок. Такая зелёная. Ага. Нужна... Тут и зелёный, как в игре. Ну всё, значит, ты без подарка. Всё, Синтек. Не, если подарка нет, пиши в этот саппорт. О, ребят, ещё смотрите. Смотрите сзади, ловите тоже его. Сзади. А, ебать. Ты чё, ёб? Нихуя. Чё за гений, нахуй? Ёбаный, блядь. Это ты Мордаун сагрил? Нет, это я Гаргулия. Я всё видел. Чья? Гарга? А, если бы ещё бы знал, просто вижу, как Гаргулия отвлекает в сторону. Моя, значит. Отлично. Отлично. Это где-то было. А, это в взломании, когда Гарга улетела просто в трэш. Да, вот я вызвал Гаргу, типа она уже закончилась, и, блядь, улетела в трэш. Нормально. Как сейчас помню, в классик в 2005-м танк без шмота на файр-резист полез Рагнаросу пулить. И лёг. И лёг. И за ним весь сидеть 40 тел. Вайпнулся. Пиздец. Это дефолт, нет? Нет, пиво пил. Полусам теклом. Не спрашивайте, откуда я это знаю, нахуй. Ой. Новичок. Не, но если бы они бы сделали более-менее адекватную рекламу, то было бы хорошо. А так, ну, реклама хорошая, но пахнет либо... Хуйнёй, да? Ой, ну, сейчас сдохну. Нихуя. Ой. Вообще хуйня. Сейчас точно сдохну. Нема хуйня. Я запускаю молнию. Ой. Нихуя ДПС, слышишь? У кого? У меня, блять. Где там? 8000, нахуй. Нормально, ты чисто. Там раскрутил доты. Да 24, блять, это вообще, ну, типа, можно сказать, что их и нет. Да. Ну, можно сказать, что, блять, это 4 для другого класса. Ну я да. Понял, короче, ладно, следую. Для Вара, например. Не, у меня просто был баг. Ну, 1 числа у меня баг появился в игре. А на сайте я нихуя выбрать не мог. С Варом все помойка, пока ему походу не сделаешь, там вообще весело. Ладно, как об не сделаешь. Сейчас меня ряснут, я. Давайте вливаться уже. Сначала хуярим, а потом ебашим. Или сначала ебашим, а потом хуярим. Да ну нахуй, с пули и босса. Да ну, Мелания, блядь. Больно, пиздец. Нихуя. Можно не так больно. Шо танчи? Вообще хуйня. Шо происходит, ёбаный в рот? Две искры, сука. Кто бить будет? Я. Работаю. Милики. Я захилить не могу, нахуй. Сука. Так. Что, частицу обновить? Я понял, блядь. Да-да-да. Мед инсайд, мясо внутри, нахуй, я понял. Ну, а где он уже быть? Странные ники, там еще медганство. Да, есть еще медмашин. Пиздец. Стой жестко, нахуй. Бля, буду гангстером. Короче, там мой шмот лежит, нахуй, так что это, блядь, спокойно. Не будет шмота на ДК, не боюсь. Прикинь, на паладина будет. Я так рейды водил. Ну. Ну я говорю, прикинь бы, если так было. В Геру пришли, нахуй. Стоим перед лючом, говорит, так, нахуй, тут мой шмот лежит. Ой, я сорвал. Так что нахуй, никому, блядь, не рыпаться. Что там сорвал, блядь? Это называется режим пива. Трусы сорвал, блядь, свои. Пивной режим называется. А нахуя? Ты не знаю, случайно. Господи, вы там... Нахуя у тебя рефлекс. Там, блядь, трусы срываете, блядь. Чисто... Главное, не чужие. Экзорцизм, блядь, кританул на 40к. Нихуя, ёбаный. Стриптизе 5 лет, нахуй. Не, я первый раз вижу. Что это за хуйня? Чтоб он столько критовал. Ебать, у меня ДПС ёбнутый.
О, что, Мордаун там? На долгоноге уже вижу, да? Именно на нем. Интересно, что Юля думает про наш фрика-рейд? То, что мы бичи, скорее всего. Да. Еба, я понял, нахуй. А почему, когда я на ДК был, блядь, эта хуйня не выпала? А это, знаешь, это... Монрол. Ой, блядь. Давайте делаем монрол и один хрен все остальные свои. Да нет, это у нас же все свои. У нас все свои. А, не, я думал, то, что хант не свой. У нас все свои. Я понял, блядь. Вот, а чисто ты гнала Виланию, потому что... Потому что хп меньше. Чё за метис с нами? О, а Виланию? Я тебя перегнал, потому что чисто у смотрителя начался эта экзекутка. Я просто въебал ему сильно из-за этого. Ну, я так и понял, да. Метис ДК у нас с нами. Надо почаще как-то скидывать все прожирающую чуму, я вообще могу понять. А как это, слышите, чё, перчатки написано, никому не нужен предмет. Как так? Вы чё, блин, ебанули? В смысле? Они нужны мне были, блядь, на ДК. Так вы чё делаете-то? Вы чё, отказались от них все? Алло, блядь. Так я думал, хант их забрал, блядь. Ну, блядь. Надо было все... Вы чё, совсем бичи, блядь? Ну, написано, я перчатки понял, не... Блядь. А вон, безобидный ж получает перчатку. Надо было мне в этот рейд идти ДК, в тот идти палом. Вы чё, блядь? У нас же все свои. А он тоже нажал, что ли, отказаться или чё? Я не знаю, что там... Я думал, вообще их ролить будут, блядь, уже кому в конце. Кому надо забирать? РЛ, нахуй. Кроме ебаника ДК. Чё за долбоё, блядь? РЛ, нахуй, как дела? Шмот не распределяется нихуя, нахуй. Синтек, нахуй. А я чё? И да, безобидно, что же отказался. Безобидно. Хан, давай ролик. А, блядь, лут поставь там какой-нибудь. А, блядь, я думаю, что это нахуй. А кто ещё? Давай, давай, Рэль. Да почему я, нахуй, ёбаный в рот? Ну ты... Я под пивом, ебать. Нихуя. Хочешь, я по Рэль убьем? Давай. На, Эрель, реально да, под пиво? Я что-то не понял даже сначала. На, Эрель, пизду, блядь. Лут распределяй там. Голова там моя, короче, если что, выпадет, нахуй. Так, ладно, все, так. А, у ханта есть руки, ёпта. Ага, твоя, блядь. Все, пацаны, один анрол аук. Аук от 10 тысяч. Давайте. Хант здесь, в Дисе? Ты что там устроил? Ты сейчас дам, кажется, вылетишь. Ладно, сейчас просто группу поставим. Все, пока что. Ебать. Заебал умирать, нахуй. Тонкий какой-то. Ок. Да сури. Вон. Книжку возьмите себе кто-нибудь. На танка шмот какой-нибудь одевай. Привык в кире, нахуй, что там. Нихуя не. Кто там у нас? Сэджу, иди ко мне. Где-то там. А, вот. Кого, блядь? Ну пошли. Иди ко мне. На, книжку возьми, жить будешь. Ой, жить будешь. Нихуя бис. А чё, разрольте? Руки. Да вы заебались руками. Так вон написано. Ой, где... как грустно. Он отказался от них тоже, он просто пошел потом, их подобрал и все. Все, проебал ты руки, короче. Все, ну, да. Ты сам проебал. При том, что мы этого ханта не увидим в рейдах, нахуй. Да, при том, уверен? Что мы его не знаем. Пустая заметка, нахуй. Вот, тише, тише. Спросите это... лучше у него, кто это вообще. Спросите лучше, да, кстати, кто это. Хан, ты кто? Скажи, пожалуйста. Не твинк, по журналу не подписано. Просто свой ник напишет. Когда он в гильдии вообще. Ты... Не напишет, я Лёха. Дисе. Лёха. Дис, нахуй. Я не вижу Дис. Лёха, 30 лет. У меня стана никакого нету? А я стан слил только что на вот этого моба. А я тоже стан слил. А я ферну сейчас вых. Всё, пизда, нахуй. Да я пошутил, у меня есть стан один. Всё, давайте покидаем. Крестик сначала, давайте челеп. Покидаем. Ой, я смогу там одного. Когда челеп? Ну, я могу попробовать. Как сказал Войт, у ДК нет стана. Ну, только если вурдалака вызывать. О, бляха. Ну, вурдалаком, да. У ДК нет стана. Надо, надо прожимать. На вурдалаке. Ну, так а прожимай. Почему фильм пропадает? Чё за херня? Это что, кто-то застанет здорово? Чё это за тела летают? Нахуй? Или мы вайпнемся? Застанет, станет, станет. У меня нету. Я бабл. Я даже бабл слил, нахуй. И прыгаю. А удушение не работает как стан? Да я не ебу, нахуй. Это как этот, как сало больше работает, мне кажется. Удушение это сало, блядь. Тоже не это. Хуй знает, я не люблю сало.
Асана не любит тебя. Нормально, да? 80 уровня шутка. Вы там с перчаткой решили? Я не знаю, что решили, да, нахуй. Походу проебали вы перчатку, парни. Ну, он хант у вас, нахуй, некоммуникабельный, нихуя, нахуй. Гламур. А, это гламур? Серьезно? А, это гламур, нахуй. Ну, вот. Все ну, понятно. Поставь заявку тогда ему. Там кто-то ник делал, гламур член, блядь. Просто ник. Да, я тоже видел. Вчера вроде, в ЦЛК. Додики, блядь. Был кто-то гламур членом. Гламур член. Понимаем. Не признали своего. Ты отдайте тогда, ну спросите, чтобы он там ДК дал, я хуй. Если ему на второй спек, блядь. Разруливайте, ебаный в рот, хули вы там. А, напиши ему и все. Узнайте как раз. Че меня так стреляют много, нахуй? Если. Значит, я просто встану и буду по трешу играть на боссе. Я что, давай. Нихуя сейчас накрутка ДПС будет. Пуляй. Да, как да была бы Гера, можно было еще сильнее крутить. Наебал. Я прям тоже босс. И босса, босса тоже пуляем. Какого? Что там делаете? Прием. Ты же, блядь, не добежал. Ну понятно, там мордаун тоже крутить хочет. Все, что крутится у него. Все, проиграл ты гонку нахуй. Последний заезд. Подойдите ближе. Последний заезд. Я понял, ура. Ладно, я не буду домашиться. Нельзя отворачиваться от рейда, даже если рейд отвернулся от тебя, блядь. Я там ник себе ставил. Доминик, ебаный. Доминик Старента. Да! Он меня застанил. Да ну нахуй. Сильнее Доминика. 30 секунд. Умнее Доминика, ебаный, блядь. Красивее Доминика, да. Что вы можете сказать про пиво? Заебатый. Пить можно, да. Блять, я не могу ДПС накрутить. Нет, кручу. Не накрутишь. Ага, кручу. Ты там крутишь, блядь. И плов готов. Крутильщик. Иди себе бигуди закрути на. Блять, я сейчас тебе закручу бигуди. Черные бигуди. Что? Нихуя ты купил. Сейчас я переключу бигуди, погоди. Еще раз бигуди. А я понял, я в ловушке. Не знаю. Перекрути скрытые боты, блядь. Охуеть. Я тогда там... Ладно, я не буду шутить пока. Это новый уровень, нахуй. Ну за что? С этим скирноботом. А чё вы, сука, разбить не можете? Цепи или чё, блядь? Они там, блядь, у них 20 тысяч хп, ёбаны. Да, ты чё тоже стоял там, блядь, 20 секунд просто. Ну, бичи, чтобы ДПС не крутил. Просто одну тысячку дать в пацана, нахуй. Да это чтобы я ДПС не крутил. Всё, видите, я уже не успел накрутить. Я понял, блядь. Ебать, типа так и так бы. 10 тысяч бы я. Да кого ты там, блядь, накрутил? Ооо, стой там в цепях. Ебать. ДПС пиздец, нахуй. Нет, точно не накручу. Не, у меня ДПС ебанутый, просто жестко. Мне кажется, ты четвертый кусок выбьешь и все, и пиздец, там будет 100к, нахуй. Можно я тучки в капсы и ману нам полезу, что ли? Все, нахуй, этого рогу удаляю, блядь. Пыли рогу, дагер тоже пыли. Латури, ты больше роги бьешь сейчас на декана. Я покушаю на роги 20-ку. Зато... Ты можешь податься будет все делать. Там что, пропасти? А сколько пропасти падает? Один скадал, ебанись. Ух, блин, потому что стоял два раза в ловушках. Ну это уже, не знаю, это классика. Я на Вале стою в ловушках, на... Я на всех стою в ловушках, это уже классика. Я прыгаю. О. Так. Я прыгаю. Ишь, прыгаю. Что тогда? Паладина ставим на синий? Конечно. Ну я у тебя. Отожму его. Кто-нибудь. Кого? Ой, блядь. Помнит, в Звездных войнах был такой челик зеленый ушастый, нахуй. Йода, что ли? Ну. Он и пиздел. Чё? Он еще пиздел наоборот, как называется, нахуй. По-японски, короче. Что-то такое. Ну да, если японский перевернуть, это же русский будет. В натуре, блядь.
Вообще, если японский перевернуть, это русский будет. Ответ убило. Любой язык, если перевернуть, будет русский. Что, все тут? У нас лока здесь нет. Все тут? Лока нет. То есть, стой. Да, лока на притяжке появится. Похуй на лока. Да на какой притяжке? Что ты несешь? Там будет притяжка. Какая притяжка? Я понял, бля. Перед лицом закрыли? Пет бича, бля, ебаный. Так а что, перед лицом закрыли дверь? Или ты успел? Просочился. Хорош, блядь. Хуя ты, блядь. Вот я тут бил, блядь. Смотри, я хуярю просто этого босса. Почему лок? 255. 246 пришелся вскользь, нахуй, понял? Парирование, блядь. Промах, нахуй. 295 пришелся вскользь. Ебать. Надо в спину бить. А ты дамажишь или что? Хуя. Я бегу. Я бегу. Я спрятался. Ой, какой долгий взрыв. Все, вайп. Хилить некого, ебан. Тень рана. Ой, ой, где-то, блядь, своей метавселенной живет, нахуй, хилить мне некого. Ебануться. Звенец. Кто двинется, двигать. Тот пидор. Знаете же, и побитый пес может укусить. Ой. Специальное предупреждение, не двигайтесь. Сейчас будет реально подпьем. Хороший рел, подпьем хороший рел сам. А вот добрый Яный самый. Мастер. Добрый, но вряд ли мабы, хороший. Бичей. Ебать, чё за хуйня? Бичей нахуй. А где они у меня? Ебануться нахуй. Бля. Чё делать, ёбаный бастард. Ёбаный бастард. Бежим, ёбаный в рот. Диспел. Понятно, ребята. Вы уже всё, походу. Меня пиздят. Я похуй бабл нажал. Уже, походу, всё, блядь. Вы все с ума сошли, я считаю. Вообще пиздец. О, Сед же там дотки уже раскидывает, вижу. Крейзи, нахуй. Накручивает я его. Он накручивает, я понял. Я еще и костыки крутит, нахуй. Он просто накручивает, нахуй. Смотри, меня просто хуярят. Просто бегути крутит. Че-то мы долго бьем в этот раз. Потому что у нас два человека дамажат. По факту. Сука, бобы меня пиздят. А теперь не могу. А, у меня маны не хватает, понятно. По мане сел, серьезно. По мане сел, да. Пиздец. Пиздец. Вообще пиздец. Нихуя бис. Зеленый. Согласен. Ого. Распылить. Крестик, нахуй. Ого, там кто-то с Римворд. Левая рука. Римворд. Римворд верная рука. Это игра такая, ебать, если кто не знает. Римворд это. Верная рука. А ты знаешь такую игру карточную? Мне в детстве дарили. Называется это. Нет, тогда еще не было. Называется это Битвы фэнтези, ебать. Битвы фэнтези? Там, короче. Кто? Там карточки такие были. Ну, типа бойцы и карточки артефактов, типа. Ну, можно было навешивать на бойца, типа артефакт. Ай, бля. И можно я было, помню, короче, битва мастеров, что-то такое. У меня вот тоже наподобие была игра, только там битва мастеров, что-то такое. Было что-то битва, как называлась. Там четыре стихии, вода, огонь, земля, круглое умру. Поле. Умру. Ходишь на по полям, находишь себе монстров новых, убиваешь. Если вы попадаетесь вместе с соперником, а там такое частенько бывало, вы начинаете меститься. Меститься? Там тоже можно было. В глину, да? Да, там тоже. Не, там тоже все можно было накинуть на своего монстра всяких разных там бафов. Там самые сильные были, это там у них сколько урона было. Самый сильный глиномец, кто там? Один. Ой, бля. Самый слабый глиномец. Прощайте. Ебаный рот. Тихий, бля. Зачем я пошел? Нет, блядь, вторая кара, оп. Это хуже, чем первая, блядь. Боб, ёбаный.
А что у вас за джинсы? Ну, джинсы у меня фирмы Глина Месси. Итальянский бренд. Заебал, слезы текут уже, ебаный, блядь. Сука. Не, ну, в принципе, по факту, в принципе, по факту, скажу так. Жилетка у меня пидорос. Ебаный, блядь. Короче, там в этой игре были, слышите, были, короче, карточки с бойцами, и я некоторых бойцов запомнил ники, нахуй. Ну, имена, в смысле. Ну, на карточках. Сейчас там я... был, короче, боец сидит. Смотри, там был, короче, шар, одноногие шарки, нахуй, слушай, блядь. Ага. Потом были, короче, у него способность была панацея, нахуй. Он излечивал три ранения, нахуй, ну, если он там на своих кастовал. Потом, короче, Хельги, волосатые штаны, нахуй. Потом, блядь... Хельга, блядь, трусы, не Хельга, а Хельги. Там мужик стоял такой накачанный. А, две, типа? Супер киборги, гуроны там какие-то были, ебать. Заебало. Это ДК здесь. Ты что, рэпер, нахуй? Я понял, блядь. Римворд проебался, нахуй, сука. Ебать, тут хилить что ли надо, ёбаный в рот. Да ну. Че, как у деда голос, нахуй. Ну который, блядь, ай, блядь, уебался, да? Я понял, нахуй. Ёбаный, не стой в луже. Маслину поймал, блядь. Не, вот эти вот, нахуй, гопники, сталкеры. Так, а кто на синий, нахуй, я так и не понял, нахуй. Один. Видишь, он 25 кудрит уже? Да, похуй. Уже 30. 30, видишь. Не, уступил, думаю, ладно. Пусть купят, думаю. 5 секунд. Беги. Беги. Это хорошо догнал. Придумал с аурой. Беги. Это хитро. Это хитро было. Бегим. А ловко ты это придумал. Я даже не понял. Аура бега. Аура бича, блин. Дерево. Аура кроссовок. Давай, ты уже беги на нас 2 секунды. Блядь, не достану. Отлично. Уйдите с синего, вы чё, ёпта? Вы чё, ёпта? Вы чё, блядь, попутали там, да? Ретрик там, блядь, серьёзный парень, нахуй. Ну, блядь, спуску не даёт. Спуску не дам. Только спускать даёт. Аминь. Суждаю, нахуй. Топом сейчас заебал. Синего пробивает. Ты чё, ёпта? Главное, чтобы игра не закончилась с разрывом в одно очко. Его прессуют. Какой пиздец. Какой-то прессинг, блядь. Не, идея хорошая, но... Нет, ебать. Залезай. Ух, ебаный в рот, что происходит? Я опоздавший, нахуй. Да, ну нахуй. Да-да-да, ты мне напомнил фильм, нахуй. А ты зелёную врубил? Четвёртую часть, нахуй. Да, я зелёнку прожал. Ты, говорит... Не, зелёную власть. Слышишь, Риддик, нахуй. Там... О, нахуя. На планету челики прилетели, короче. И этот, ну, прилетел кто-то, меня там зовут Джонс, говорит. А, нет, этот тип, короче, говорит, ебать. Чё, блядь? Ну, который, этот, Риддик это пришел ловить. Кто он, нахуй, наемник, ебаный. Джонс прилетел. Тот такой, говорит, меня зовут, не успел сказать. Тот говорит, опоздавший. Тебя зовут опоздавший, блядь. А потом... Здорово, вообще. А потом его голова в ящик попала, нахуй. Какой? Или ящик в голову попал. Раз сходили. Что? Мы пиво выпили. Кто пришел? Кто-то не только пиво. Походу. Кумыс ебанул. Да ладно, кумыс еще.
Чисто так, шлифанулся. Нет, кумыс-то хорошая вещь. Мне обещали 3 литра, но так и не привезли. Ебаный. Да тебе без него норм. Я заебался ржать уже, хватит, ебаный. Сейчас смешинку выплюни за рта. О, точно, у меня же этот есть. Ебать, травист с телефона зашел. Травист? Там сразу голос был. Привет, привет. Ой-ой, пятов, уберите, пятов, уберите. Сейчас пиздец будет. Петы! Нет! Хотя нет. Ну ты шо бьёшь, Петя? Покидаем тело, надо. Пиздец, у него такой голос нежный с телефона. Травист? Ну ты хуй знает, кури побольше там, блядь. Моп идёт! Нет! До связи, я сказал. Блин, ты бы знал, как меня заколебало, когда я иду, а ходит этот кают. Блять, молодежь пошла. Мальчик или девочка? Заходит, значит, есть магазин. У меня когда длинные волосы были, меня бабушки путали с девочкой. Нихуя. А я им потом говорю. Это я, блядь. Ты охуела, старая, блядь. Не, старых надо уважать. Я мужик, блядь. Поэтому ты просто их пиздил, да? Проявите уважение. Видите, как кто-то реснет, пацаны. Ну так. Знаешь, ну, это будет как дела. И так далее, блядь, я иду. Чё, блядь? Мальчик или девочка, я думаю, не заебали. Светишь? Городу не видите? Светика. Кого реснуть? Светика. Где она? Рома, могу тебе сказать, открою тайну тебе, но есть такие девочки, у которых тоже есть борода. Только в другом месте, да? Открою тайну, есть девочки, для кого есть не только борода. Ну, это... Знаешь, что самое ужасное? Меня на днях это около этого военкомата, блядь, с бабой перепутали, не забрали нахуй. Я стою, выходит. Серьезно? Блядь, а ты кто? Что ты тут ошиваешься около военкомата? У тебя что, волосы длинные? Да жду просто. Да. Бля, я думал, он сейчас другое скажет по поводу военкомата. Фотку скинуть можешь, брат? Что, брат? Я спросил, потому что, ну, как бы... Я с вебкой потом зайду, если хотите. Давай с вебкой, ебать. Только давай. Это... Ну я тогда был в длинном пальто. Только не в порно. В длинном пальто? Так, так, так. И потом раскроешь его, да? А там нахуй лежат эти... Чарки, блядь, ТТГшные там. Ну да, чарки. Там замотыки лежат. Так, слушай, вот так это шага с полуоборот поворачиваюсь. А знаете, что я заметил? Пошлые те, есть? Кто Warcraft играет, у них рано или поздно, блядь, длинные волосы становятся. Я понял, блядь. Ну, потому что они сидят и мои длинные волосы. Да, они сидят, играют, не стригутся. Ну, стричься не умею. Я подлагнула. Так у меня нет, тоже волосы длинные, ебать. Ну, не настолько, чтобы там сказать, что ебать. Ты про голову? Только Синтек фотку. Вилаш, фотку Синтек. Вилаш, у тебя волосы длинные? На жопе. Я... Блять, ты да ты глиномес. Это уже нет. Было фу. Грязь. Ишу не трогать. Медарка, да, блять, Ишу не трогать. Да ладно, шутки, блядь. Сейчас просто прикиньте, начнется пул босса, и просто Вилаша хоп ревает. Я бы так и сделал. Я бы на его месте так и сделал. В натуре. Так а чё я сказал такого, блять? Так это не ты. Это Медарка, блять. Там начинает уже разгонять. А он сейчас... Я сейчас, бля, могу тут такую хуйню наговорить. Не надо. Уже наговорили. Слушай. Не пей пиво, не надо. Остановись. О, вайп отряд. Нихуя. Чё, блядь? Блядь, дринк пришёл. Мы не вайп отряд, мы выживаем. Выживай, отряд. Мы или вы отряд стали побежали, нахуй. Нет, мы сейчас мы тут трэш отряд. Чё, потом кару пойдем нахуй, штучки ты две нахуй. Ой, кару. Ой, блядь, ты тебе нахуй. Мы пойдём уже во второй, блядь, ты чё, деда? Надо пойдём в этот, ещё... может, в ГМ. Таблетку не выпил сходил, опять. У меня 5 персонажей, можем в 5 кар сходить. Как ты у меня 6 персонажей, можем 6 раз сходить. Пойдем, я сделал специально еще одного. Безумие да. Привело вас кому сюда. Кому кинуть? Тише, блядь, кто дамажит нахуй? Мордаунду кину, короче. Нихуя, Как, где она? Сейчас я еще вообще, не типа, если голова не падает, то надо идти в ГМ-ку. А, у меня да. Нет этого бафа. Там какой-то баф. Чё, по факту, если Вилаиша идём в ГМ. О, моя благодарность. Я тогда за паладина, чтобы забрать плечи в случае чего. Бичи вчера 30 мультов не могли плечи добить. Плечи Аиши нужны. Так мне плечи паловские. А, вот, говорю, видел нерв? Какой нерв? Это ОПЗС. Нерв? ХП понерфили, блядь. Какой нерв? Такой нерв?
Это пиздец. Нерв для, типа, для тех, кто там, ну, почти убил, там оставил 5 лямов. Это нерв. Это нерв для нас. Это нерв ластбоссов, нахуй. Чё, блядь? Ну да, нерв не для нас. Ну, нерв. Мы их даже, мы даже до них не доходим, нахуй. Мы их даже еще и не потыкали. Надо общий надо. Нерв ждать, а не вот этот нерв, нахуй. Через месяц. Один может. Хуй, ну ЗС-то мы можем осилить, я думаю. Боссов 4. ЗС? Ну да. Да, я могу. Око пока что чил. Можно пепел убить этого? Или как он там, блядь, Алар? Просто. Да там всех можно Алар. Троих ебануть. Ну, стражи хер знает. Дэмэджа не хватает. Видел, бич отряд 30 мультов не добили. Бич. Так, блядь, типа еще никто не убил. А у нас и ДПС, типа, не самый, ну, большой в ГИ. Ну, по сравнению с тем, да нет, там, там просто дохуя бичей было. Ну. Там надо 3 или 4 человек менять на тех, кого кто дает 20. Ну, заменишь ты, типа, тебе все равно не хватит еще лямов 10, хватит, я думаю. Хватит. Не, не хватит. Нет, в смысле, каждому по 20-ке хватит, там же, ну, типа, ребят, которые 20 тысяч носили, они... Нет, так каждому по 20-ке. Рарник дал, типа, 16. Я дал 16, то есть нас уже менять можно, получается? Я дал около 20. Начнем с того, что... Каждый по 7 миллионов должен нанести, только тогда мы убьем. А чё мы так долго бьем, бля, я не понимаю. Начнем с того, что Рарник вам вчера сказал, что он... Еще и чилил половину перебегаем, боя. Перебегаем, алло, нахуй. Вот. Не, ну я... так тому всех так, ну вот я думаю, что там типа вот зачил есть. Ну вот весь бой чилил, типа, вот Синтек вообще, блять, он там, типа чилил и сам то себя. То сальву кинешь, то тебя, ну то микростаном, блять, уебет. Ну, да я думаю, что? Мы можем осилить, если типа реально там немного поменять состав. Добрый и день. Вот, вот эту хуйню, которая сало дает, вот как-то это... Либо ханта поставить реально, чтобы он хотя бы дамажил. И типа в 4 хила. Вот. У нас, у нас хантов, я смотрю, нахуй, 10 штук на РТ нахуй приходит, ебать. Полтора ханта. Дай бог, блять, MVP хан зайдет и все пиздец. Какой хант? Вакин, блять, еще должен воскреснуть. Вакина уже давно не видно, кстати. Бежим! Мне кажется, он уже встаем в угол. Вы что, блядь, не релите нихуя? Надо спросить. Вакина, как дела, Римворлд, нахуй? Играть. Алло, блядь. Откинула, сука, хильти. Ну и бичи, блядь. Я понял, нахуй. А вы что, в стену... Вилания умер, встать... Это не про хил был. Встать в стену 80 уровня, да, блядь, надо быть. Сука, Войд, ты, может, хилить будешь вместо того, чтобы пиздец? Алло, блядь, да, так это не про хил был. Да, конечно. А, все, пиздец. Вы сдохли за секунду, блядь, просто. Диван. Чё там, в коре бычки вайпают? Диван, нахуй, диван, бичи. Да какой диван, я сдох, нахуй. Ладно, добивайте там его. А, ебать ты, бич, конечно. Ой, нахуй, КЗС, блядь. Какой КЗС, блядь, пару обычку закрыть не можем. Всё, сейчас Вилаша 500 тысяч добивать. Не, ну, добьёт, по сути, там. Там танк бисовый. Смотри, 400. Давай, Вилаша, мы в тебя верим. 400к. А еще там хант. Безобидный. Бинтами, да. Давай, хант. Хант, хант у него нет бинтов. Да, там на него дотка фласку навешивалась. Съешь, фласку съешь. Ба. Не знаю, там. Сейчас его дотка доест. Все. Ча, Вилаша разберется. 250к, давай, Вилаша, там прожми что-нибудь. Я уверен, что ты умеешь хилиться, там умения какие-то есть. Пета. Есть, но... Мне даже говорить ничего не надо. Давай, Войд, блядь, гайд, как и Вилаша в соло убить, давай. Гайд. Просто бить. Удар смерти просто каждый, по КД да, после там фигачит. Захват. Две дотки, удар смерти. Удары две смерти. Дотки. Кровь вампира. Нет, две дотки, два удара смерти. Да. Уже там, ну, косарей сколько? Ну-ка, давай, давай, 15 мы выхилиться. Живи, блядь, ебаный в рот. Так, 37, она поднялась полностью. О, она захиливается, живи, живи. Главное, чтобы две болезни висело. Раз вышла с молчезаром, нахуй. Давай, что, убили? Да подожди, еще бьет. Она-то не видит, блядь, практически эти-то нахуй. Давай, Лаша, блядь, столько. Галем тебя, пиздец, там реально галем в него плетел. А, ну. Перебегай, там, перебегай. Там, не-не, там все, там пизда уже. Там куда бежать, там нет. Анулаки. Ебаный бастон. Скрин делайте просто, блин, 864. И на форум скидывайте. Да, просто бить. Баганый.
Рейдбаганы, нахуй. Вы если в босса подбегаете на последней фазе, вставайте в стенку, чтобы вас в метеоры не откидывало там, блять, алло. Так, блин, все големы просто приехали в РДД. Все в РДД. Так, сука, РДД встают в стенку, я же говорю, блять. Я прибежал, нет, встал в стенку. Прикол. Смотри, просто все големы приехали в РДД. Мы отбежали. Там средства же встать, лень? Вообще гейство такое. Я точно буду. Ой. Это, слышишь, что? Может мне в ретрика, нахуй, там ДСЖ один захилит, хули, блядь. Да, так и надо. Нахуй так я делать, попали, да. Давай в ретрика полный. Да, тут не прохил был. Ну натуре, да, блядь, да. Я понял, нахуй. Я надеюсь, ты не каски бафаешь, потому что я их бафаю. Я смотрю, что ты бафаешь по этому, по полипауру, ты бафаешь каски чисто. Я все остальное. 1.14. Я тут посмотрю, блядь, по 1.15, похуй, наверное. Так ты мог бы научиться им пользоваться, полипауром. Пидор. Я тут посмотрел, блядь. И решил. Где там настой сервера, нахуй? На 100 сервера, это к Сирусам. Не, выйти. Им надо такие фласочки, я думаю. Давайте, пацаны. На 100 сервера. С чипами там. Нихуя повышаю производительность сразу. Ебать, уярим, ебаный в рот. Нихуя чаржится. Смотри, 20 тысяч, блядь, просто сходу нахуй. Дал такой урон, бля, ебать. Давай, Слава, ебаш. Ебаный в рот. Я понял, нахуй. Я синюю джагу кидаю, если чё, блядь. Я тоже, если чё. Ну и похуй тогда. Похуй. Похуй, блядь. Только сейчас опять ляжем, нахуй, потому что у нас дичи напалы. А, ну да, ну да. Убегай! И дамажат, походу. А смысл, зачем у нас ждать? Зачем вы убегаете, если вас дамажат? Я убежал, нахуй. Все равно стрёмно. Знаешь ли, это уже рефлекс. Выбежать. Сюда, когда надо проебал, выбежать. Опа, справа, да. Пацаны. ДПС помеха проебали. Справа, помеха справа. Слева вообще-то. Слева, вспышки, да. Слева. У тебя слева справа, от видимо, проблема. Справа, от босса справа. То ты же в РДД стоишь. От босса слева, от босса слева. От босса слева, от босса слева. Если от лица, смотреть от лица, босса, от лица слева. От лица. На лицо. Это, блядь, от лица справа. Ёбаный рот, не жив. Понял. Бля, кто-то уже ливнул. Кто? Кто не ливал, блядь? Диса вроде. Наверное, Вилаша. Нет, Вилаша, не надо, я тебя захилю. Вспышками. Ну, да вспышку дал, нормально. Ёбаный, бежи, нахуй. Давайте, влево, влево, нахуй. Вправо беги. Конечно, да. Ебаный. Блядь, подождите, это же вправо, нахуй. Ну ладно, пусть с вами. Опять они нас, блядь, закрыли? Ну что это за херня? Он путает нас, нахуй, не слушай его. Это просто не прокает. Сука, питомец, давай ко мне, нахуй. Сука, питомец. Сука, питомец. Чё, блядь? Он сахильте, он, между прочим, ёбаный, да. Бежим, ебать. Вы что, блядь? Прячемся в угол, нахуй. Крылья даю, ебать. На, нахуй. Ну ладно, тоже сдам, только шибать. Блядь! Ебаный, блядь! Себя подхиливаем, ебать. 80-й уровень, могут стать стенку, еб туда. Тури, блядь. Какая стенка-то, я чё? Не забыл. Кажется, почему на ТТГ падаем на собаке, блин? Да, на туре. Потому что не можем встать в стенку, сука. Да. Надо успеть отбежать. Стенку. Ёбаный бастон. Оббегаем. Так, удачно. Смотри, давайте, там 300 тысяч, голова 300 напала, нах. На ДК. Напала. Смотри, на ДК. На ДК. Я же сказал. О, камень. А у меня я ванга сегодня. А, ну нахуй. Кавовой штука. Пиздец. Мы как, гэм-обычку пойдем пока? Седжу голова. Хорошая идея, все. Пойдемте гэм-обычку сбегаем, пока и у нас сейчас есть. Никаким хантам, только седжу. Никто не умрет, это что такое? Нахуй ханты. Чё, в этот, блять.